Будем бить по той же тактике, делать растяжку. Нет, мы не будем делать растяжку, мы будем бить изначально, как я говорю. Ну, растяжку будем делать, но стоять мы там не будем. У нас будет больше рейндж, чтобы отойти, если что. Короче, с левой стороны. Танки, соответственно, будут стоять дальше. Этими растяжками, блять, ловить, блять, идеально, чтоб повезло. Такое себе. Поход на цитадель ледяной короны начинается. Вы находитесь в самом сердце земли, блять. Здесь вас не защитит свет. Ничто вас не защитит. Ты, бля, куда ты нам пришла? А, это, блядь. Поничила нам красота. Блядь, чё их там до спирт носила? Ондра, я считаю, тебе нужна эта сфера. Уже есть такая. Да? Блядь, угу. Что? Получен качать.
привет. Здорово. Ваничелло, ты мне завидуешь? Я тебе больше скажу, у меня еще есть эта двуручка с огненных недр легендарный. У меня есть все. Столик. Сосед. Ам Сен-Джуру рисует. Привет. Сколько они ему хп срезали, получается? 30 лямов? 33 с чем-то. Ну я просто вижу, у меня 151 ему показывает, там может быть 150 с чем-то. Много на самом деле. А, они его ну, понерфили? Да. Нифига себе. Да, примерно на 1/5 получается, да? Не знаю, ну где-то примерно, да. Не, 1/5 это было бы, типа... Ты думаешь, просто так 3 гильдии да, закрыли? Угу. Так, ну, вот нормально. И до этого еще закрыло, нет? Да еще плюс урон уменьшили. Нет, это закрыли с нерфом. На, сейчас дам. Ну, я так понял, леди так и никто не прошел, да? Так леди... Леди не пройдут. Так упать ему. В смысле не пройдут, а мы сегодня не пойдем? Нет. Она не убиваема. Блядь. Потому что она не убиваема. Ну мы что, не биг дэмэдж не покажем там? Да-да, чё мы не на фул, да? Да. Бля, да, давайте быстрее, я хочу в 11 спать лечь. Давайте сейчас не закроем быть. Давайте по-быстренькому снесем и по койкам, короче. Блан же зашел еще. Нет, все три гильдии щит снимают, мы еще не били. Бля, это ж надо заморачиваться, миликом вот эти макросы писать. Я кто-то слышал, что кто-то щит снял примерно за 2-3 минуты. Между этим. Макросы писать, ДПМ снимает. А, серьезно? ДБМ сам снимает. Там только надеть надо, а чтобы надеть, просто на панельку выносишь, по-моему. Ну, типа, на любую, типа, свободную панельку. Вообще, Вов, вообще скоро клавишу не нужно будет нажимать, просто будешь смотреть, как это перс бьёт. Это хуйня, ещё на классике была, ну, типа... Не знаю, сколько есть Warcraft, столько есть, типа... Ну, ДБМ вряд ли, но, типа, куку и слота точно можно надеть. Водитель. Берите пока фласки все. Слышь, Андрей, спустись в комнату Дискорда в любую здесь. Сейчас попробуем, посмотрим. Подожди, Бланш, пока посиди на замене. Мари Войт, пушечка. Что там было, я что-то не увидел.
Бланш, ты как обычно будешь с левой стороны, ну и потом отходишь звезду, когда он вихрь нажимает. Потом он, ну, отходишь сразу. А Реслин, ты потом бежишь в звезду сразу. Реслин услышал? Ой, блядь, Бланш, нахуй. А, этот Эдик, блядь. Ты состоишь со стороны ромба, короче. Ну, с этой стороны. Когда он вихрь нажимает, ну, тыкает. То ты это... звезду отрыва хуяришь, и потом, когда он чаржится, сразу перебегаешь обратно в ромб. Понял? Перед вихрем. Алло, блядь. Сука. Эдик, ты меня слышал? Да, нет, что я здесь. Слышишь? Ты стынешь со стороны ромба, лужу разносишь. Потом, когда он вихрь начинает кастовать, ты отрыв нажимаешь сразу в звезду, понял? Окей. Он должен, он должен в тебя чарнуться, а потом ты возвращаешься в ромб. В ГП фласки берете. Я там всех повысил, вы сами можете взять. Первая ячейка. Этот. Арислин, потом ты бежишь в звезду. Арислин услышал. Ну и все как раньше делал. А, я так, дальше. Да, он только чаржнется, чаржнется в тебя, ты сразу уходишь в ромб к нам. Okay. Мы туда все пойдем. А ты плюс-минус там вот, ну, где-то вот полумесяца вон там тусуешься изначально. Так, и надо мага, наверное, поставить со скачком в правую сторону. Да, давай ты, сосед. Постоишь, поразносишь лужу. Да, в квадрате. А, остальные, Дермич и Настя, ваше место будет, ну, там, где он и стоит, плюс-минус, печеньки. Все, будем по стандарту. Будем по стандартной бить. Ну, да, это Дермич. Дермич, Бигмами и... И кто третий? Дермич, Бигмами и Эрислин. Не забывайте на все шилдики. Можешь танка третьего во вторую пати закинуть? Нет, не... А, ну да, ладно, подожди, сейчас. Соседа тогда уберу. Все. Нет, тебе не надо. А, да, да, да. Тебе сосед, да. Ты просто в рейд сразу идешь. Ну, куда вот рейд в ромб мы пойдем. Ты туда идешь. Ты, получается, смотри, когда он начинает вихрь кастовать, ты идешь во фрейм ко всему рейду, понял? Ну, а потом ты вместе с рейдом пиздуешь в ромб. Понял, сосед? Так, рыбу ставлю хавать. А, стоит. Как ну, стоит уже. Сейчас я сериал на секунду. Уберу тогда, пока вот стоит. Вот все бабки проебывают. Блин, не твои ж бабки. Все, полминуты релобнусь. Да, 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 Реслин, совершенно верно. Цинжура, ты стакаешь раскол. У тебя маска, блядь, еще 2 минуты. Кто прыгнул босса? Что такое? Босс бежит. Адель балуется. Я или ковер в лес. Не, я первый раз тоже помню, да, испугался. Значит, ковер. Это игрушка вроде как с того рода, что-то вроде. Смотрите, смотрите, кто не видел облик у Зандаларов, который покупается за 25 тысяч, пользуясь случаем, вам всем показать. Еще минуту ждем, там маска. 25 тысяч чего, Настя? 25 тысяч золотых, долларов, блядь. Долларов. Когда 60 тысяч, а даже, блядь. А, могу на что отдать? Не, ну вообще выглядит неплохо. Че ты наебываешь, она тебе 50 же должна. Не, 60. 50. 60. Да 50. Не, у меня сейчас кап, у меня же это, типа, голдран сегодня. Потом. Понял.
соседка. Давай мне, я готов продержать его голду. На, я тебя выводил, блин. Да я честно Сэмми, скинул, да, сразу Сэмми нахуй вся, блядь. Это, кстати, один единственный облик из всех, которые у меня есть, которые... Так, все, давайте, рычи на полубав. Санжиро, подхилите немножко. Давайте, рычи на полубав. Данжермастер, прием. Данжермастер. Написал, я релоу написал, секунду. А, окей, давай. Я просто не видел, что ты писал. Все, все готовы, а чё, да? Кого-то там ДБМ другой. Отсчитаю. 2, 1, у. И Блэки чё нет, блядь. Блэки чё вылетел, охуенно, блядь. Столько стояли, в итоге Блэк еще вылетел. Ладно, бьем по. Шип сняли быстрее. Шип ханта. РДД развернулись быстрее, шип сняли. И с милишников. Ну, блять, милики, снимайте шип во фрейме. Все, Эдди, готовься, сейчас будешь прыгать. Экс-мага. Сокру, Настя. Ромб, двигаемся. Шип снимите, соседа. Прохильте его. Блять. Еще и чарнулся сюда, блять. Шип надо снимать сразу, ребят, блять. Несколько раз уже просить, может. Я вижу. Это Блэк еще. О, аккуратно, аккуратно лужи. Проветру. Шипы сняли быстрее. Ребят, перед вихрем сначала шипы снимаем, а потом бежим, блядь, во фрейм нахуй. Что вы делаете, блядь? Тут с лужи вышли. Хуйня, падайте. Ну, ребят, ну, чё за цирк ебаный? Напоминаю, блядь, после того, как вихрь заканчивается, стоим еще в рампе, блядь. Кроме Хисяки, блядь, и соседа, которые сразу выходят туда, уже в свою сторону. Мы стоим, снимаем шипы, а не идем все во фрейм дружно. После того, как мы сняли шипы, мы все дружно идем во фрейм. И, соответственно, отходим от лужи, если она на пути. Блэки, что у тебя там такое случилось? И РДД, свищемся в шип. Шип важно снимать сзади, который. Особенно Элим какой-нибудь, Ментли, ты у нас один. Либо он маг. У вас сразу моментальный урон. Нежели у ШП, либо Африк. И Wait for you еще. Вот, я не знаю, типа, мне кажется, наверное, лучше будет ты на дрейде, потому что БР все-таки третий. Я вот просто думаю, что это... Она ретриком больше не даст, чем МСВА, наверное, больше даст. Да тут уже не в ДПС делать, мы уже закроем спокойно, тут главное дожить просто. Главное, чтобы вы думали головой. По этой тактике мы спокойно убиваем. Просто, блядь, играйте по шипам и слушай выходить. Все, ничего сложного. Ну там да, реально, блядь, когда это сосед. И по шипам свечить. Соседа посадила на шип, я стал кастовать. Ну прям, ну долго сливается. Нужно, чтобы прям все РДД свечились. Одна сова била. Вот если бы свечнул бы Блэкиш и Кентури, Блэкиш, ладно, вылетел. И Бентли. Ну, быстро упал.
типа, ну, говорю, от ШП и афликов просто нету моментального быстрого урона, понимаете? Ну, смотри, вот ШПшники, я понимаю, они не будут там вешать доты, разгоняться, это бессмысленно. Ну, хотя бы пытку-то можно начать втроем кастовать. Это будет хоть какой-то дамаг. А там ваншот будет 36 тысяч хп у ШПа, типа, у чаровки? Ну да. Не, у них 100 тысяч хп. 100 тысяч хп у ШПа. Ну, маг это за 2 секунды сносит, блядь. Все, все готовы. Все, тихо, все готовы. На исходной стали 10 секунд еще отдаю. Давайте сейчас аккуратно, блять, внимательно, нахуй, без всякой хуйни. 3, 2, 1, пу. Шип задний. Они нормальные. Я скажу, что. Не помогало мне. Шип сзади, соседа сняли быстрее справа. Вихрь. Аккуратно смещаемся в ромбик. Ну, дай... Настя, что ты цикру не даешь? Мне тоже напоминать это все время после каждого вихря или что? Да пиздец, ну цирк ебаный нахуй, мне уже начинает гореть нахуй. Ну пиздец, блядь, неужели каждое ебаное действие на каждую вашу кнопку, блядь? Пиздец, блядь, падайте нахуй. А почему он сейчас... Я сейчас минусовать начну, в пизду заебало нахуй. Уже реально нахуй заебало эта хуйня. А почему он сейчас не дошел до звезды сейчас? Что было, из-за чего он так? Тайминг. Надо раньше начала каста вихря. А, ты на шипе был? Нет, я не на шипе был. Нет, я не поздно. Нашел. Может, там просто на ринже еще кто-то был? Типа мышь вроде так есть. Сосед, ты сразу подходи, когда он вихрь начинает кастовать. Ты до вихря должен быть со всеми в рейде. Я специально тебя поставил. Дай ему средство. Как бы. На первом вихре ты даешь всегда Настю. Первый вихрь ты, а если на второй вихрь, третий ты. Короче, все нечетные вихри, блядь. Дермично по страховке из бан. Да, кстати, не кидайте в ИДЛ Ковскую лужу, это полная хуета. Она там за 5% так добежим, а лужи под ней не видно. Ее сейчас никто не кинал. Не, ее кидали сейчас опять. Или до этого на пули кидали. Короче, кидают. Я сейчас даже посмотрю, подожди. У нас две бэшки всего лишь в рейде. Я не кидал. Только если Юль. Ну хорошо. Юля говорит, что не кидал, значит никто не кидал. Это шкаф. Шкаф тыкнись. Ну, в прошлый раз ты кидал активно. Я кидал один раз тогда. А-а-а. Хотел как лучше. Рыба быстрее дали, рыбу хавай. Давайте, соберитесь. Ну можно, можно дожимать. Ну, блять, можно, но она может спать, но если шип долго гнёт. В этом вся проблема, блять. Все, отчет даем. Спект. 3, 2, 1, Q.
пол. Шип сзади, мага быстрее. Нормально, шипы ведь снимаем. Вихрь. Сейчас мы шипаемся в рандук. Мы уже аккуратно. Ну выходим с лужи, ну чё мы стоим, ребят? В чём проблема, нахуй? Шипы снимаем. Вы совсем уёбки или что, нахуй, не могу понять. Вы, блядь, можете с лужи выйти или что? Вам тут расстояние бегать, я ебу, нахуй. Специально метку поставил подальше. Ладно, блядь, объясним. Начну по сотке. Падайте. Это, блядь, цирк ебаный какой-то. Костяная хватка. Сгинь в вечных муках. У меня тоже FPS проседает очень сильно. Я не хочу накалять обстановку, но умирают типы с двумя блинками. Так сложным выпадом. Ты вернешься, если у тебя 10 кадров, и ты уже мертв, когда отлагал. Ты отлагал, а ты уже мертв. Ну, всё? Не знаю, я если отлагал, я просто бы блок жал. Ну вот как у меня бывает, ну, я лагаю просто. Глыбу, но я уже мертв. То есть ты нажмешь, но ты уже мертв. Два тика и вихрь прилетел. Ну, 10 кадров так не может быть, это если... Ладно, 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 давайте, давайте еще по... Все, успокойтесь. Посмотрим. Все, успокойтесь. Тихо. Как-то не получается его ближе к воротам, так скажем, притянуть. Видишь, останавливается что-то. Второй раз подряд что-то не так делаем. Надо видео посмотреть просто и уже точно понять. На стриме там есть кто-то? Все понятно, блять, все. Просто, блять, отходите с лужи, я специально вас подальше поставил. В чем проблема? Отошли и все. Специально, блять, поставил. Вон полумесяц, ромб. Uh-huh. Две точки, которые стоите. Вправо, лево сместились и все. И все заебись. Даже если он остановился в центре, он все равно останавливается между печенькой и звездой. По этой траектории. Это уже радиус от него намного больше. Если вы стоите в полумесяце, условно, уже нормально. Он не должен быть. Потом примерно где шкаф останавливается второй раз. Ну, плюс-минус. Ну и похуй. Все равно, даже тут, если он остановился, у вас тут, блядь, время отойти от лужи, плюс к тому, что еще анимация только пойдет, а потом только лужа разливается, пока она дойдет до вас. Спокойно можно выйти, влево сместиться или вправо, и все. Ничего сложного. Да это что-то, ну, Сирус что-то там с обновлением какую-то хуйню сделал. FPS у меня тоже сильно просел, было нормально, сейчас опять просел. Стоп, 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 не пыляйте, не пыляйте, стоп. Надеюсь, перепод никто не пил. Надо было пьет его. Все, теперь чёрный. 3, 2, 1, пул. Don't
Шип с ханта быстрее. Шип с ханта сняли. Готовься, вихрь, иди подходить. Сейчас будет вихрь. Аккуратно, лужа идет на нас. Чуть-чуть сдвинулись. Чтоб лужу не стекаем. Дермич, да, избаунд? Служи. Забери босса, ну что за хуйня, ну три танка, блядь. Он вылетел. Два. Да пиздец, блядь, тупонос ту золотуха, нахуй. Ну это я не знаю уже, нахуй. Падайте, блядь. Нас вылетел кто-то. Господи, блядь. Как да, заебал это. Дерьми еще. Хоть один пул 25 человек будет? Сейчас я релогнусь просто. 3 минуты. Дермиш, что у тебя там случилось? Блять, 9к ДПС. Меньше, чем демон, блять. У нас там еще и цукровенечки, кире. Ну это тебе пока поменяю на тропос. Тебе меньше всех ДПС. Да давай еще побью, только буду босса бить. А то, блядь, пока свечусь гневом этим, блядь, шип нахуй. Ну я понимаю, но, блядь, у тебя просто даже суммарно, если смотреть, ну прям вообще очень мало. Я все трая посмотрю. Так я говорю, свечусь шипы, давай я не буду свечиться. И побью босса. Посмотрим, сколько будет. Не знаю, чего так парились насчет ДПС. Минус 30 лямов. Вполне его хватит. Ладно, пускай это на белых пока сидит на зоне. Сейчас поменяю, нахуй ты сдохнет лужи, блядь. Типа мы 280 держим, и то это не средний. А средний там будет 305-310. Ну тоже главное не вложено, главное не дохнуть. Не мешало бы нахуй. Кто сдохнет лучше сразу минусую. Говорю заранее нахуй. Не поменяю, блять, заебали. Вот вам еще огурцы возьмите, блядь. Тыкните. Юля, Швепс. Что-то не хватает по бафам. Просто бафа нет полового. Дайте. О, все есть. Служура, не забывай кричать, нахуй. Попробуйте по себе там хотя бы танки там протика побафать, нет? Тут 4 пава, как бы, ну, чего бы нет-то. Вот у нас ДЦ есть, нахуя тебе прот? Ману резать будет. Ну а что, ДК по мане садится?
Рейд тебе все хватает? Так он себе, mm-hmm. себе ее поидрес. Все, да, чё, да. Все, соберитесь. 3, 2, 1, пол. Сзади. Сзади шип быстрее с конта сними. Быстрее, блядь. Шипы. Скейт не забывайте нажимать два раза, потом на шипе повторю. Еще раз повторять. Эдди уже побежал. Сокрунаст. Шипы сняли быстрее. Служи выходим. Аккуратно. Проверь чуть. Блять, хуёво становится. Левее. Ну двигайтесь, ну что вы в луже, блять, глю нахуй, ну ёбаный в рот, блять, за 2 секунды заранее озвучил, влево, в чем проблема нахуй, чё ты стоишь, блять? Давай обоверну. Быстрее во фрейм стали. Лужа справее, правее отошли. Там лужа слева, ну блять, ну. На маге. Ой, блять, ковер, дай БР. Шипы залили быстрее. Шип залили быстрее с мага. Гим тотем, давай. Дай гим тотем и. Хэп. Шип сзади на конце. Шип нахапали. Шип сняли с хамта. Блять, никто не бьет нахуй. Вообще похуй. Минус такки, блять, спасибо нахуй. Сука, я вам, блять, сейчас начну минусовать много нахуй. Заебали нахуй. Ну, выйди, служи. Охуенно, блять. Шипы быстрее. Сокрой реслин. Бром сталь. Служи, выходим аккуратно. Дермич, дай изман быстрее. Прохил. Войд во фрейм, когда подойдете, станете даже БР. Крат на лужу. Шипы. Дайте ребаф полу. Щиток рыслим. Сейчас шипы заливаем. Активнее сейчас вихрь, потому что будет. Шипы быстрее. Шипы залили речь. Сокру Настя. Достали сюда, в печеньку. В печеньку отошли от лужи. От лужи вышли. Ну вышли с лужи, ребят, не бегайте. Все, около сейчас полмесяца ромба. Становимся нормально. Шипы заливаем. Скейт нажимаете на шипе. Правее там лужа идет, аккуратно. Глю, дай сокру. С лужи вышли. Шипы залили быстрее. Скейт нажимаем, кто на шипах, черт повторяю. Залили шипы. Во фрейм становимся. Аккуратно через лужу. Блять, септик, ну ты прямо в лужу идешь, нахуй. Ты, блядь, ну смотри, куда идешь, брат, нахуй. Это пиздец, блядь.
Да я прошел гоблинский нажал, ну, блядь, через лужу. Какой ты громкий, пиздец. Да меч минус. Только стереза, блядь. Настя минус, все, танк не умеет падать, нахуй. Да он ебаш, ты пиздец. Блядь, цирк ебаный, нахуй. Ну типа я бы предложил попробовать тактики, но ты вряд ли согласишься. Нет, просто типа, сейчас, тактики. Ну сейчас я как бы в ханте уверен, то что он отпрыгнет, а в прошлом ханте как бы я не сильно был уверен, если честно. И поэтому мне кажется, он стопорился. А линканите урон по шипам, пожалуйста. Что за... Есть у кого-нибудь урон? Ты нормально не посмотришь, потому что там в миле заливалось много. Ну и что? Ты нормально не глянешь его никак. Так, да, подожди, так ты РДД-то сможешь посмотреть? Ну, мили, понятно, они кливают. А что ты хочешь узнать конкретно? Я хочу посмотреть, кто нахуй не бьет шип. Почему, блядь, афлик и шипы должны, блядь, бить шип ебучий, блядь. Когда вам РЛ про это говорит, блядь. Просто я смотрю, блядь, на маги шип. Там, блядь, дота от афлика, дота от шипа, нахуй. Все. И фул хп, естественно. И по 20 секунд мы шип сливаем. А, сейчас сам посмотрю. Готов поспорить, я буду в тройке. Последний первый. Так, слышь, сосед, если ты видишь, что вот, типа, будет вихрь костей, а, допустим, я в шипе, то ты должен не в миле бежать, а в звезду, короче. Ну, лежит да. Он на первом месте, блядь, лямбу шипам надо бажал. Ну, он сразу дотает. Там сразу палец появляется. Да, все. Да. Но опять же, посмотрите, Holy Shit, я на втором месте. Как бы Ондрес, Чувау, это ж не считается, это мили. Ну, это не считается, вот, РДД. Скорее всего, вот, только получается, что мы втроем, вчетвером, что, вчетвером бьем, что ли? Не знаю, но на афлике, блядь, свичи шип, это такая хуйня. Типа, да, ты проебываешься, да. Нахуй, ты проебываешь потом стаки, нахуй, эти 10, и потом сосешь хуй, нахуй, вот еще. Нет, у нас три мага, блядь, должны в приоритете заливать. Вот Бентли, он играет, да? Типа, остальные, вот, Блэкич играет. Неудобно от лучшего ворачиваться, когда, блядь, хант на шипе. Я только в ханта свечусь, по сути. На, короче, хуйня. Сосед вообще не должен, типа, свечиться в шипы. Мы стоим сзади, в милике вы сами кривите свои шипы, блядь. Типа, мы никак вам не поможем, ни я на ханте, ни маг. Давайте, может, попробуем, ну, вот этой прошлой тактикой пару разочек. Нет, не будем их пробовать, мы будем бить так, все. По нормальной, блядь, стандартной, нахуй, тактике, которая все время, блядь, убивалась. Ничего мы изобретать, нахуй. Вы слушай, лучше выходите на кастерах. Паровозы, нахуй. И все будет нормально. А что ты, да? Эти, блядь, ловить, нахуй, 50 на 50, ебал я в рот. Ну там нет, 50 на 50, я так сказал. Ладно, не во время пула ты спорить. Блять, все шипы, сука. Блять, вихрь костей забагался, сколько до него? Сейчас будет, секунду, уже готовься. Подходи. Служи, вышли, Настя, сука. Сосед уже умер, блять. Я, блин, канулся. Шипы заливаем. Это термический баунд. Ну, выйдите, служи. Ясно. Падайте. Блять, господи, ну. Это пиздец, блять. Кстати, если нас лужа разделяет вот так метку, старайтесь, наверное, больше в центр. Зайдите в лужу, кстати. Быстрее, я вас резну. Он на тебя по-любому пойдет, потому что ты дальше всех. Если он не пойдет, нахуй, значит, кто-то раньше, блять, выпрыгнет, нахуй, или сосед не допрыгнет, нахуй.
Только в этом случае он на тебя не пойдет. Я на касте уже блинкуюсь. Рыба у меня сейчас стоит хавать. Оля, зависла? Дискон? Нет, не дискон. У меня зависло.